Хоккейный клуб «Донбасс» – шестикратный чемпион Украины. В заключительном матче финальной серии Украинской хоккейной лиги он обыграл «Кременчук» со счетом 3-0 и подтвердил звание сильнейшего клуба страны. Матч прошел в Дружковке Донецкой области. Всего в первенстве принимали участие 6 клубов. В следующем сезоне ожидается участие уже 8 команд. Ну а чемпионам еще предстоят поединки в еврокубковых турнирах. Цели достигнуты. Болельщикам огромное спасибо, что многие ребята приезжали из Донецка, из городов области, которые находятся на неподконтрольных территориях. Это трудно даже оценить, какую пользу. Конечно, мы мечтаем о том, чтобы выиграть чемпионат Украины в Донецком дворце спорта «Дружба» и в украинском Донецке. Это главная мечта. Все остальное, по большому счету, не имеет значения. Я надеюсь, что в следующем чемпионате команды уже подросли, окрепнут, и мы надеемся увидеть от 6 до 8 команд. Выполнили задачу, идем дальше, все в порядке. Очень много ребят новых, нужно было сплотиться. У нас это получилось. Никто не знает, как мы работали, но я могу честно сказать, что были очень тяжелые дни у ребят, когда мы